Следующая серия – это серия «Создай свое идеальное выступление». Сразу говорю, что она не до конца еще законченная, но это дает вам даже преимущество. Итак, первое. Первый вебинар из серии называется «Создание сценического выступления в групповой импровизации. Раздаточный материал на 44 слайда». Что будет на вебинаре? Вы узнаете, из каких элементов состоит сценическое выступление, что такое композиция танца. Узнаете об элементах танца в групповой импровизации, что такое сценическое пространство. Вот если вы не знаете ничего про сцену, про ее элементы, этот вебинар совершенно точно вам поможет. Вы узнаете про сценические планы и свет. Поверьте мне, это очень важно. Если вы начинающий преподаватель или начинающий сольный танцор. Вы узнаете о законах сценического восприятия. Нужно понимать, как зрители видят танец, потому что не всегда то, что вы сделали, приемлемо для зрителя. Вы узнаете о композиционном рисунке, узнаете о построении и развитии рисунка, а также научитесь его записывать. Узнаете о восприятии, приемах удержания зрительского внимания, о средствах музыкальной выразительности и о том, как делать анализ музыкального произведения. Также мы немножко, чуть-чуть затронем драматургию произведения, а оно есть и в танце, и в музыке, и важно научиться их совмещать. Мы разберем также, вот это если была теоретическая часть, то будет практическая часть. В практической части мы разберем построение сценической импровизации, это прям чистой импровизации, на двух примерах. Это было два дуэта, и называются они «Кошачья полька» и «Усыновить бомжа». Так называется трек. Дело в том, что мы проводили эксперименты, и первый раз мы пошли под музыку, ну, просто выбрали музыку, отдали ее организаторам вечеринки, и нам ее поставили, мы под нее выступили. У нас был какой-то план, мы его придерживались, но музыку мы не наслушали. И второй раз мы решили усугубить и попросили зрителя выбрать нам музыку для импровизации. Музыку выбрали, откровенно говоря, быстрее, чем бы хотелось. Она была отчасти 4 четверти, хотя там был один сложный, очень сложный момент, с которым мы отчасти справились. Не могу сказать, что идеально, но тем не менее. Ну, потому что музыка была с секретиком. Вот. На этом вебинаре можно познакомиться с прям идеи того, как мы создаем сценические выступления, как мы создаем сценические импровизации, не зная музыки, но имея какой-то план. В конце мы подведем итоги, и если у вас возникнут вопросы, то, конечно же, после просмотра вебинара можно их будет задать, преподаватель обязательно вам на них ответит. Следующий вебинар очень интересный. Все знают про то, что такое трайбл, но немногие знают, что у трайбла есть своя философия, своя психология восприятия некоторых элементов. Поэтому я создала вебинар, который называется вот «Психология трайбла». Что же там? Что там внутри? Мы поговорим о колесе баланса для танцовщицы. И этот вебинар, он такой для меня необычный, потому что я буду говорить про танцора, про преподавателя, про руководителя студии, а это разные ипостаси. Мы проговорим про мотивацию и вообще типологию мотивации. Мы поговорим о проблемах самоидентификации, возможностях продвижения и заработка в трайбле. Мы поговорим о теориях сценического выступления в групповой импровизации. Уже извините, что я про групповую импровизацию, но это моя специализация, поэтому я в ней разбираюсь. Я в ней прям и теоретически, и практически имею опыт. Я вам расскажу про пуджу, либо ее называют movement meditation, gratitude meditation, либо пранам. Что она нам дает, чему она нас учит? Это там очень глубокая философия, из которой можно очень много подчеркнуть. Я вам покажу, расскажу кодекс танцовщицы труппы Fat Chance Belly Dance, а также мы возьмем для себя этические нормы и правила, которые я взяла не вот у труппы Fat Chance Belly Dance, а все-таки мне ближе опыт Станиславского. И я вам поделюсь, что я из этого опыта смогла подчеркнуть для себя.
расскажу прям о себе, о своем опыте, о своем видении и об образе правильного и неправильного. Для многих преподавателей и танцоров в том числе это важно. И я хочу, чтобы вы понимали, наверное, как устроен мир человека с таким объемным сценическим опытом, как я раньше воспринимала танец, сценическое выступление, и как я воспринимаю его сейчас. В конце мы подведем итоги, и я с большим удовольствием отвечу на ваш вопрос. Вебинар, он сейчас в разработке. Называется вебинар «Tribal музыкальность». Он очень будет близок по структуре со созданием сценического выступления, но он будет про музыку, о том, какой завиток, куда. Есть в музыкальности одна большая проблема. Каждый из нас имеет свой опыт, свою индивидуальную наслушанность, поэтому каждый из нас воспринимает музыку очень-очень по-разному. И на самом деле это очень классно, потому что в этом случае нет двух одинаковых хореографов, нет двух одинаковых соло-исполнителей, нет нескольких одинаковых исполнителей групповых номеров, ну, постановщиков я имею, хореограф-постановщиков групповых номеров. Каждый номер наполнен чем-то своим. Каждая музыка у каждого человека вызывает свои образы, дает возможность вот, представления своей какой-то картинки. И это классно, это прям фантастически здорово. И я вас хочу познакомить со своим опытом работы с музыкальностью. Вот. Но этот вебинар еще в разработке.